здании бывшего бизнес-инкубатора Тувы сегодня слышен звук швейных машин. Здесь каждый занят одним делом – производством спецодежды и постельного белья. Новый швейный цех заработал в соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Тувы и акционерным обществом БТК Групп. Создано 40 производственных мест, оснащенных современным автоматизированным оборудованием. Также цех дал работу еще 14 специалистам, включая управленцев и технический персонал. Конечно же, с работодателем переговорили по поводу зарплат. Само собой разумеется, что на производственных предприятиях это прежде всего сдельная работа. Но мы договорились о том, что здесь зарплата не будет ниже 22 тысяч рублей. И это будет зависеть прежде всего от сдельности, и будет зарплата выше. Я думаю, если начало будет очень таким хорошим, то предполагаю, что в 10 раз можно увеличить то производство, которое мы здесь начали. На сегодняшний день более 40 рабочих мест, ну, значит, можно и 400 рабочих мест. Только это будет зависеть от того, насколько наши девчата сегодня докажут свою трудоспособность, трудолюбие, ну и как это предприятие будет себя рентабельно чувствовать. Для запуска нового швейного производства в здании увеличена мощность потребляемой электроэнергии до 300 кВт. Завезено необходимое промышленное оборудование. Отбор претендентов на должности швей, наладчиков оборудования, технологов и раскройщиков для работы в открываемом швейном производстве велся с прошлого года. Всего по итогам отбора и аттестации швей из 120 претендентов принято на работу 54 человека. Из них 40 швей. 87% персонала составляют женщины. Мне очень повезло, я так думаю, что за кратчайший срок нашла работу тут, здесь, на производстве. И я очень рада, что буду работать с опытными мастерами своего дела. И я очень надеюсь, что в дальнейшем будем работать хорошо. Мне очень тут нравится, потому что тут специализированные машины, новейшие. И я тоже работаю в таких машинах в колледже, поэтому мне очень нравится. Группа компаний БТК специализируется на производстве текстиля, одежды, включая специальную и обуви для силовых ведомств и промышленности. Холдинг включает 13 предприятий в России, Белоруссии и Южной Осетии с общей численностью сотрудников более 8 тысяч человек.